И снова здрасте! Мы продолжаем играть в Paint the Town Red, некую помесь Майнкрафта и файтинга, или файтинга с Майнкрафтом, черт его знает. Но лично я считаю, что это игра для тех, кто Майнкрафт ненавидит, потому что человечков, похожих на Майнкрафтовых, здесь можно бить. Мы играем пользовательские уровни, как всегда, то есть уровни, созданные самими пользователями, а именно игроками. Мне написали ребята после прошлого видео, что там сейчас конкурс идет на карту с космической тематикой. То есть там сейчас будет, я так понимаю, много космических карт. Ну что, будем смотреть, будем играть. Это же здорово, я считаю. А сегодня у нас Толлианс Car Repair, а именно автомастерская Толлиана, сделанная Constitucender. Constitucender'ом. Ну ладно. Окей, пусть будет Constitucender. Главное, что это автомастерская Толлиана, и давайте мы уже... Тогда посмотрим на самого этого Толлиана, кто он там такой и что у него там в этой мастерской. Тем более, что автомастерской не так. Ну и, соответственно, попробуем исправить, что там не так, что там нигде и что там почему. Улыбайтесь! Люди любят идиотов. Прямо вот глядя на это замечательное лицо, так вот всплывает в голове эта оговорка. Не работает. Блин. Черт, сейчас бахнет. Не бахнет? Ну ладно. Ты бы хоть дверь закрыл, слышь? Твою мать. Сидит, понимаешь, это самое, справляет нужду. А кого ты там бьешь? Жо. Мэ и Жо. Чего ты его бьешь? В боксерском стиле. Ну ладно, бы треснул просто по нему, если бы он тебе что-то не давал. Так, а вот и мастерская. Мотоцикл. Две машинки. Кто-то пишет документы. Ну, ребят, тут все серьезно. Кто-то бегает с ключом гаечным. Ну, блин, прям по-серьезки работают, я вам скажу. Так. Ну, пойдемте смотреть. Воу-воу-воу-воу-воу. Эй! Эй, тихо, спокойно. Здесь тебе нечего делать. А, он прибежал, может, чинить эту хреновину. Они ее, может, гаечным ключом чинят. И все в адидасах такие прям. Ребята, кто из вас Толлиан? Ты что ли Толлиан? Здорово, Толлиан. Че молчишь? Улыбайся. Ну ладно, не хочет улыбаться. Че не работаем? Обоссалось, что ли? Ты. Фу. Туалет на втором этаже, блин. Хотя вроде прозрачный, облился, скорее всего, чем-то. LF. Ух, что за LF, не знаю, но машинка прикольная. Напоминает машинки из каких-то мультиков, типа тачки, знаете. Это как вообще? Ключ в волосах, что ли, застрял? Башку почесал и застрял в волосах ключ. Так, на крышу не залезть? Не залезть. На крышах... О! А чё это вы? Я ничего не сделал вообще, эй! Я просто мимо проходил. Эй! Ничего себе! Ё-моё! Идите нахер! Вы чё, охренели? Вот вам стул, идите в же... Ладно, хорошо, стул я заберу, но все равно идите в же... Это же пердык, такая толпа. Я оборачиваюсь, и там за спиной стоит такая толпа. Привет. Привет. Здороваться надо. Не. Не, машины прикольные. Вот я видел другие машинки, как бы они напоминали какие-то произведения АвтоВАЗа. Кривое, косое что-то. А здесь они прям такие забавные, как будто из какого-то мультика вытащены. Так, у этой телеги явно проблема, она вся аж горит. Куда ты лезешь? Кажется, попал. А вот ведро. Ребят, я ведро нашел. Бегите, глупцы. Не хочет? Ну ладно. Еще один адидас. Это Толлиан, что ли? Цепись, Толлиан.
Тут инструментов сколько, а? Мухобойка или что это такое? Кузяк! О, господи, что за звуки? Прекрати сейчас же! Прекрати, говорю, сейчас же! Сейчас же! Этот все бегает, смотри-ка. Ментовский шлем и Адидас. Как-то они вместе, по-моему, не очень. Не согласуются. Так, так что тут надо потушить, может быть? О, смотрите. Капот подперт этой самой, как его, ножиком. Они ножом подперли капот. Крышку капота, уйди. Вот сюда бы этого, как его, Марата Колиева. Который Марат Борода Колиев. Вот он бы угорел. Он ругается за то, что эту пневматику не ставят сюда, пневматические цилиндры. А тут вообще ножик поставили, чтобы подпереть. Иди отсюда нафиг. Жесть. Такашка. Не! Ты чё? Да ты чё? Пол вон. Там кто-то куда-то упал. Вот не я. Что делаешь? Я ключ гаечный нашел. Не. Да не. Ничего, все в Адидасах. Ну, кроме тех, кто в рабочей одежде. Так, а здесь нет что на крыше? Что-то есть. О, калаш. Не, погодите, пока рано. Еще не так все плохо, чтобы я за калаш хватался. Уйди. Лезете все ко мне. Отстаньте от меня. Я, может, клиент. Я, может, машину привез на ремонт. Все-таки агрессивный. Хотя Адидасы... Это понятно, что с учетом того, что они Адидасы, они должны быть агрессивны. Что такое? Попал куда-то? Ух, попал, наверное. Что ж ты орешь-то? Ладно, надо искать какие-то еще инструменты. Не без инструментов. А что-то какая-то рабочая? Рабочая, смотри-ка. И лампочка рабочая. Я такое видел уже где-то в каком-то уровне. Уйдите от меня. Видите же, занят. Ищу инструменты, которыми вас побить. Вы мне мешаете. О, дрендулет. Круто, у него фара рабочая, смотрите. Движок, правда, не рабочий. А и выключить тоже нельзя. Ну ладно. Не, ничего, было много инструментов. Куда все подевались? Уйди. Да пошел ты знаешь куда еще. Бить ты меня будешь, да? Ну, а и ты меня будешь бить, да? Давай вон двоих раскатаем, этого придурка. И тыщ! Тыщ! О, я, спасибо, забитый взял. Не! Да уйди! Куда это он обратно его аж оторвало от пола? Лежи, говорю. Они живучие, прям аж до ужаса. Спасибо. Эк. Уйди! Так, что тут у вас есть? Вы же наверняка тут уже потеряли кучу инструментов. О, гаечный ключ нашел. Здрасте! А между собой типа деретесь? А я не вмешиваюсь, да? Ах ты гад! Ах ты гад! Как он пробил некрасиво. Так, я тут еще видел что-то. Еще гаечный ключ. На! Да ладно! Бить научись сначала, потом уже будешь это самое. О, фонарик. Фонариком хорошо гулять, знаете, по деревням, по вот этим вот зимним. Когда ночь, вроде темно, а ты с фонариком так светло становится. Ой! А нет, ничего. Да блин, не попал. То ли у него башка маленькая, то ли я бить не умею. Знаешь, башка маленькая. Ну, хорошо улетают, я вам так скажу.
Бейсбол — отличная игра. Что это из тебя такое торчит? Швабра? Можно я возьму? Спасибо. Блин, машину сговняли, надо почистить. Не чистится. Ну ладно. Да японский ты, ты чё? А он такой типа, ой, блин, башка, ой, блин, хреново мне, башка болит, ой, хреново мне, дрыгнул ножкой и сдох. Ладно, шли. О, а это еще что такое? Еще зеленый толян какой-то. Тыщ, тыщ, тыщ. Там целая куча толянов, блин, и все что-то от меня хотят. Ну, пошли. Здорово, толяны, а вы куда? Там еще зеленый толян. Еще один здоровый такой толян. На этих здоровых толянов можно и коллаж сделать. У тебя из башки торчит что-то. Блохи, наверное. Так. Да, блин, не маши этой хреновиной, блин. Да куда меня опять-то застряли в чем-то где-то. Приятного аппетита, и свет выключил. Стоп, в туалете же не говорят приятного. Ладно, проехали. Ну, я не знаю, что надо говорить в туалете. Напишите в комментах, что надо говорить, когда заходишь к человеку, а там он в туалете сидит. Как бы. Так. Тут все? Тут... А это что такое? Можно взять ключ? А, это такой кран. Он сделан из ключа и сюрикена. Мне нравится. Прикольно. Там кто-то у вас эту сломал, как ее? Микроволновку, она же задымилась. Выпустите меня отсюда. Я не хочу. Ну что? Кто самый умный? А ну пошли отсюда нахрен! Они, по-моему, упертые. Кто упертые, да? А это чьи ноги вообще? Ну ладно. Хорошо. Положим калаш. Вдруг еще понадобится. Текс. Что тут еще у вас есть? Блять! О, это я типа светошумовой. Во-во-во. Как он там был? Ready or not. Светошумовая зашла. Блин! Че? Че происходит? Эй! Из сортира вывалились. Дайте мне ножик. Вот тебе в пузо. Вот тебе в пузо. Вот тебе в пузо. И тебе в пузо. И тоже в пузо. И в пузо. Да ё-моё, что ж вы такие все прям неубивательные? Осталось 9 рук. Еще одна светошумовая. Еще одна светошумовая. А, ладно. У них светошумовые не действуют. Они неправильные. О, зато есть швабра. Прям угол. Там подозреваемый в углу был. Аба! 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 Холван! А у меня еще и швабра. Тыщ! Хитрый, да? Хитрый! А ты че это? Ты че? А ты че? Знаете, вот забирайте. Меня просто очень сильно впечатляет невозмутимость этих людей, вот этих толянов. Это вообще весь обрызганный кровью, блин, сидит. Квадратно это. Я тут пинаю народ прямо на глазах. У них они сидят. Покуривают, у них все хорошо. Ну, у них нормально все, а чё им возмущаться? Чё? Лови, толян! Да-да-да-да-да, идите сюда, я вас сейчас всех перестреляю. Ну-ка. Толян! Уйди. Толян, стой! Да ты иди ты. Да, блин, я из-за тебя патрон не туда. Толян, спокуха! Я тебе ногу прострелю сейчас, блин. Угомони толяна. Да ё-моё. Чё их, чё, толяны эти размножились, что ли? Толян, покуха, стой спокойно. Толян, я тебе говорю, стой. А, блин, толян какой-то неубиваемый попал. Да ты, извини, братан, я в толяна. Ты просто так. Подвернулся под руку и под ногу, и ещё куда-то там, под разные части организма. Господи, вы, блин, вы... Толян? Толян? Прекращай, толян. Это прекращай. Все, толян сдох. Отойдите сюда. О, какой, блин, рикошет. Где толян?
Да что вы можете без Толяна-то? Ничего. А где Толян? Он где-то тут упал или где? У него ножик был прикольный. Я бы одолжил. Спасибо. Ну что вы можете без своего Толяна? Ну что вы можете? Ничего вы не можете. Что вы можете-то без Толяна? Без Толяна, что вы можете-то, а? Толян у вас самый крутой, а вы никто вообще, звать вас никак. Фамилия ваша нигде. О, кажется, я нашел ножик Толяна. Ах ты падла. Ах ты падла. И он меня заваливает. Ладно, так уж и быть. Пусть радуется. Почти. Чуть-чуть не хватило, чтобы закончить с Толянами тут. Не-не-не, стоп. Я хочу это сломать по новой. А че она не бахает? Было прикольно, если бы она бабах, и все померли. Дай мне швабру сразу. Спасибо. И тыщ. Будем делать, как это? Будем работать широкими мазками. Швабры. По Толянам. Эй! По жопе, метлой. О, у них тут стреляющая хрень. А я ее не видел раньше. На! Никто не упал. Какая хреновина. Хреновая. Уйди. Так, а что у тебя еще есть, братяло? Ключик я возьму, спасибо. Там не обижайся. Мне просто ключик нужен был. Эй, тыщ. Да ё-моё. Эй. Так, что еще тут у нас есть? Тут были инструменты. Эй. А я раньше ударил. Эй. А, блин, падла. Пробил где-то меня. Как он пробил-то, я не понял. Как ты меня пробил, падла? Рассказывай давай. Не, да че ж ты такой Толян-то, а? Иди отсюда. Ключик дайте. Не. Какой крепкий у него тыковка. У него крепкий тыковка. Эть, ух, нифига себе, у меня прям аж перед лицом вся жизнь пролетела в виде дубины. С гвоздиками. Эй! Так, что я взял? Кастет. Уйди! Ой, не попал. Ладно. Ищ! О, ведро. Я тебе на башку. Давай надену ведро. Ты будешь с ведром на башке ходить. А чё, прикольно же. На тебе в нос. И тебе. Вы вообще за эту дубину хватаетесь? Думаете, вы с ней самыми умными станете? Не станете вы умными самыми... Ой, ё-моё, чё ж вы так все тут побежали-то, а? Вы кто такие? Я вас не звал. Покиньте территорию. На, у меня еще есть. Да. Эй, швабру, кто забрал швабру? Отдай. Спасибо. Да, выпад. А куда ты его делал-то, выпад? Меня там вообще не было в той стороне. Отличный удар, правда, непонятно куда, но отличный. Я считаю, просто великолепный. Это лучший боец из всех бойцов той лиги, в которой надо проигрывать. Кто проиграл, тот типа победил. Поддавки. Оп. Ух, тебя растворял, да? Будешь у нас расковыритым ухом своим слушать. Что ты там пол скребешь? Хочешь 20 копеек найти? Ня! Блин, опять изгадил эту машину. Почему все время она изгажена? В изгаженном виде она не такая красивая. Ну, что там? У кого что еще есть? О, есть дубинка. Так. Че вы там на кресло-то залезли, а? Кто разрешил по креслам ногами ходить? Тут там люди жопами чистыми сидят, а вы ногами грязными ходите. Вы охренели совсем, что ли? Куда ты встал? Лежи обратно. Вот в куче тут и валяетесь.
Вот мерзавцы. Ногами грязными топчутся, там, где люди с чистыми жопами сидят. Ты опять срёшь тут, что ли, блин? Опять срёшь. И делать больше нечего. Ты сидит, понимаешь, в туалете и срёт. Да ё-моё. Из туалета обосрал. Шмар какой. Это что у вас тут за такой какой-то невнятный секс? Ну вас нафиг, короче. Так, что у нас осталось? Остались толяны? Не, я пока хп не хочу пополнять. Пополнять! Не! Не! Эй, тыщ! Привет! Толяну! Вам нет. А Толяну привет. Вот, тут еще какая-то железка осталась. Погодите. Да погоди ты, ё-моё, железка мне нужна! Я же говорю, железку. Во, этот подумал, упал, молодец. Вообще помер, по-моему. Не просто упал, а помер. Так, пора взять хапешечку. Найди ведром. Так, что дальше? А, я хотел железку взять. А мне не позволили. Красивый выпад, но я к нему был готов. Ушел в бок, в сторону, на фланг. Тыщ! Где мой калаш? Эть. Так. А ну пошли отсюда нахрен! Вот так тебе. Там умный. Оставим для Толяна калаш. Толян очень крутой мужик. Его без калаша сложно убедить в чем-либо. Куда ты лезешь? Это подумал, тоже упал. Ну ладно. Так, осталось 9 рыл. Здравствуйте. 8 рыл. Эш! Эш! Я тоже так умею. Прикинь. У тебя в башке ножик торчит. Эй, тетя. Тетя, успокойся, у тебя ножик в башке. Люди с ножиком в башке обычно спокойные. На тебе мясо, кушай. Вот из этой тарелочки. Вот тебе запить еще. Запей. Не подавись, главное. Так. Давайте прикольнемся, что будет. А ничего. Я думал, бутылка упадет в туалет и будет засор, и они тут все утонут. Здорово, Толян! Да японский ты бог. А чего вы на меня так смотрите-то? Там тоже на меня смотрят. Блин, идите вы нафиг. Попробуй зайти. Сразу все озверели. Толян! 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 Идите нахрен! Так. Опа, ножик Толяна. Ножик Толяна, эть. На! Не! И по ноге еще. И по еще куда-нибудь. И по ноге, и по ноге. И у меня кончился ножик. А по кумполу? Ты что, еще один Толян, что ли? Он здоровый, как прям тот Толян. Говорю, два Толяна. Я сейчас загорюсь. А, нет, не загорюсь. Что, все, что ли? Все Толяны? Фигня какая. Ну, в тот раз я сдох просто потому, что... Потому что как бы захотелось просто потренироваться. И вот это было специально, в общем, подстроено. Я не слился вовсе. Так, посмотрим, что у Толяна в кабинете есть. Калаши! Незаряженные. Детские, что ли? Из детского мира, в котором я тогда был. Там тоже продавались калаши. И они тоже были не заряжены. Но понятно, это детский мир, это детский магазин. Там оружие продается только не заряжено. А здесь-то оно откуда как бы не заряжено. Это же Толян. Он же должен прям быть заряжен во все концы. Не, машины тут прикольные, конечно. Мне нравятся. Очень забавные машинки. Давно таких прикольных не видел. Вот, даже марка. В виде кастета. А кастет это какая марка машины? Народ, черканите в комментах. А вот где выход у нас. Там же где и вход. Так, это сгорело. Свет выключим. Ну его нафиг. Прекратите это.
два друга-акробата. 52 противника. Ну, в принципе, не самый большой уровень, но и не самый, наверное, не самый такой слабенький. Вот. Как-то вот так, господа и дамы, дамы и господа. Толианс Car Repair. Автомастерская Толяна, сделанная Констикусендером. Прости, господи. Вот. Я не знаю, что это значит, но уровень прикольный получился, забавный, атмосферный. Заходим, как всегда, в мастерскую Steam, ставим лайки автору, играем, развлекаемся и вообще как бы получаем некоторое удовольствие от компьютерных игр. В данном случае от Paint the Town Red и пользовательских уровней в виде мастерской Толяна. Толянов там, как вы заметили, целая куча, кстати. А на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Приходите еще, прописывайтесь на канале, проставляйтесь лайками. Всем здоровья, денег и всем пока!